участников коллектива. Короче, полный скандал на фоне начала сольной карьеры Светланы Сургановой. Поклонников группы «Ночные снайперы» как громом поразил известие о распаде их любимого дуэта. Группу покинула одна из участниц, душа проекта его основательница Светлана Сурганова. Точнее, была попросту выдворена приехавшей в свое время в Петербург из Магадана Дианой Арбениной, посчитавшей, что больше не нуждается в услугах девушки, открывшей ей дорогу в большой шоу-бизнес. Наверное, всему свое время. И, наверное, время пребывания в коллективе «Ночные снайперы» закончилось для меня. И все, так получилось. Но, несмотря на трагические отношения внутри коллектива, Светлана, естественно, не унывает. Во-первых, ее поддержали практически все знакомые бывшего коллектива. Во-вторых, она и сама пришла в группу не с улицы и вполне способна писать песни, которые в дальнейшем легко могут стать еще более популярными. И чтобы не быть голословным, можно привести только один пример. Концерт, который дала Светлана в одном из питерских клубов, пришлось дублировать, потому как в зал всех желающих услышать песни девушки, написанные в период с 87 года, поместить единовременно не удалось. Они безумно меня поддерживают сейчас, я очень им благодарна. Вчера были люди из многих городов нашей необъятной родины, даже из Томска были, из города Владимира, из Киева. Чтобы не обижать другие города, просто пока закончу этот список, я уже говорю о Москве и Питере. Очень много приходит сообщений, пишут мне на e-mail, в интернете я всякие добрые слова читаю. Как-то народ очень загрузился вокруг моей персоны, очень меня поддерживают. Огромное им спасибо, нижайший поклон. Судя по тому, как встречали сольное творчество Сургановой, и по тому, какой интерес к ее песням проявили студии звукозаписи, не стоит сомневаться в том, что со своими новыми музыкантами девушка сможет добиться не меньшего успеха, чем ее бывшая подруга.